второй тест уже не так сильно волнуешься и понимаешь, что в первую очередь ты эмоции все должен оставить позади, что ты должен сесть и должен быть только тест и ты, и ты уже садишься и решаешь. Таких же серьезных и уверенных в своих силах абитуриентов сегодня в Брестском государственном университете имени Пушкина практически 700. К слову, в целом количество желающих пройти централизованное тестирование именно в этом вузе увеличилось по сравнению с прошлым годом. Сегодня в университете проводится централизованное тестирование по обществоведению. Зарегистрировано 683 абитуриента. И в целом в этом году зарегистрировано на 700 абитуриентов больше в нашем университете, чем в прошлом году. 7710 человек. Пока одни абитуриенты еще морально настраиваются на экзамен, другие уже вовсю штурмуют список регистрации, сдают в гардероб и камеры хранения личные вещи. И вооружившись пропуском, чернильными гелевыми ручками и паспортом, спешат занять свое место в экзаменационной аудитории. Особенное внимание сотрудники вуза уделяют посторонним предметам, которые проносить в аудиторию для тестирования строго запрещено. На централизованном тестировании по русскому языку у нас был удален абитуриент за пронос мобильного телефона, поэтому мы предлагаем абитуриентам все вещи, кроме паспорта, пропуска и черной гелевой ручки, сдать в камеры хранения. В целом процедура прохождения централизованного тестирования в этом году осталась без изменений. Для обеспечения соблюдения механизма проведения вступительных испытаний были созданы специальные комиссии, в которые вошли сотрудники Комитета государственного контроля и Управления Департамента финансовых расследований. Под пристальным вниманием абитуриенты будут во время сдачи экзамена по всем 11 учебным предметам. Однако, если вопросы у молодых людей и их родителей все же возникнут, ответы они смогут получить по телефонам горячей линии. Если возникнут какие-то вопросы, проблемы, в каждом пункте тестирования, в каждом учебном заведении, где будет проходить вступительное испытание, на стендах информационных размещена информация по горячим телефонным линиям. Значит, эти линии есть и в Комитете государственного контроля, и в Бресте, в Барановичах, в Пинске. Также это резервный дежурный сотрудник Управления Департамента финансовых расследований, который будет оперативно передавать информацию для решения любых вопросов. В целом, для прохождения централизованного тестирования в 2016 году в Брестской области зарегистрировались порядка 17,5 тысяч абитуриентов. Как показал опыт проведения двух прошлых испытаний, явка абитуриентов составила порядка 97%. Об итогах экзамена по обществоведению можно будет узнать уже совсем скоро.